Всем привет! Сегодня мы будем откапывать три самонаводящихся гарпуна в билд-обо. Спасибо Топка28 за то, что нашел все три места с секретными гарпунами. Привет! Давай, начинаем. Где находится первый гарпун? Я показывал в прошлом видео в розовой команде рядом с этой пирамидой. Где находится первый гарпун? В прошлом видео я его уже откопал. Так, показывай, где находится второй. Дай. Второй находится на карте с кладбищем. Под гробом. Ну, то есть... Садись на стульчик. На голову тебе сели. Ты мои глаза закрыл. Пачку. Полетели. Так это? Да. Стоп. На другой стороне находится. А, на другой. Так, где это находится? За мной. И копаем здесь. А, здесь как раз большая лопата стоит. Где покажи? Да. Вот здесь? О, да. Садись, полетели дальше. Сухотлон. Ты мне глаза закрыл. Ну, что поделать. Нужно было стул перевернуть. Так, куда нам сейчас? Вот здесь. Ой, пролетели дальше. Сейчас, подожди. Это, ну, на той стороне ты там только что прилетел. Видишь, там стул есть и два шкафа. Вот. И прям где-то на стуле находится это... Этот гарпун. Так, попробую по центру. О, нашел. Вот. Пошли на базу. Да. Пусть бензина хватит. Ой, у нас топливо кончилось. О, нет. Все, проиграли. И вот здесь и находится этот гарпун третий. Последний гарпун рядом с зеленым водопадом. Где-то тут он находится. Вот. О, да, мне дали. Еще хотел бы я бы сказать, что получить самонаводящиеся гарпуны с боссом. В первый раз вам дадут гарпун, во второй дадут конфетки, в третий тоже конфетки, а в четвертый раз опять гарпун. Вот так дают. Получается гарпун. Два раза вообще... конфетки и гарпун. Давай сейчас найдем все конфеты. Стой, вот подожди. У меня только проблемы. У меня нет всех конфеток, но я сейчас только на 8-й звезде. Так, ладно, тогда я беру второй аккаунт, потому что я уже все откопал. На втором аккаунте первая конфета уже откопана, но если что, она у каждой команды рядом с этим деревом. У каждой команды вторая конфета находится между спавнами, вот здесь. А третья конфета рядом с паутиной, которая находится у зеленого водопада. А я опять своих глаз не вижу. Тебя. Вот у этого водопада с паутиной, рядом вот с этой паутиной находится следующая награда. О, здесь вода. Я не видел раньше. Вот здесь. О, не здесь. Да что такое? О, вот, синие конфеты. Четвертая находится рядом с храмом. Это рядом с белой командой. А, украшение. После сбора конфет я тебе съем. Не надо, пожалуйста, я больше так не буду. Так тоже можно. Ну ты просто жирный, и тебя не несет этот баг. Да я не жирный. Я сейчас тебя съем. Не надо, пожалуйста, ты станешь еще толще. Ну и ничего. Так, вот тут рядом с белой командой есть пирамида, и вот тут есть такое дерево огромное. Ай, куда мы улетели? Нет, зря туда только добирались. Да, бегу к тебе. Что с моей головой? Карлики нападают. Где там, показывай. Ничего себе. Так, возле этой пирамиды, как я и говорил, вот рядом вон с тем деревом, сейчас покажу. Вот здесь находится еще одна конфета. Да. Есть 5 красная разных, конфетка. А следующая у нас находится вон там. Сейчас покажу. Понятно. Вот здесь, да? Да. Вот понятно. Здесь, между деревом. Ой, то есть рядом с деревом вот этим огромным. Пять розовых, теперь
А, это рядом с водопадом. Нарисовано. Так, это получается вот обычный водопад. И вот здесь там было нарисовано, это где-то вот здесь. Еще 5 конфеток. Следующая находится... Ой-ой-ой. Так, следующая конфета находится вот здесь. Внимательно. Эх. Ну опять этот баг, только тебе уже и тело искривило. Ду-ду-ду, терминатор. Терминатор. Еще раз. Пролетели. Вот здесь? Так, вот здесь нарисованы плитки, это на вот этой плитке, вот здесь, по центру. А. Так, о, всё. Получил 5. Розовых. И сейчас нажимаем на обновление. Босс. А. Эта конфетка находится вот на этой первой плите. Ой, я в тебя почему-то накопал. На тебе. О, я, короче, тебе на голову покопал, и у меня почему-то из тебе конфетка вылетела. Конечно, я такой вкусный конфетка. А, это тут находится? О. Кажется, я нашел. Увидел, точнее. Идем вот сюда и копаем вот здесь. То есть вот здесь. Ага. Ты меня выкинул просто за карту. Ой, простите, пожалуйста. Пельмешка, знакомься, это второй пельмешка. Привет. Пока. Так, и вот здесь и находится этот третий гарпун. Так, где? Вот здесь, да? Вот прямо здесь. Птичка с меня слезла. Плохая птичка. Сейчас вернусь, вернусь. Я по делам ушла. Птичка, которая сбегает, знаешь, что случается с ней? Нет, я не знаю. Нет, садись. И что же с ней случается? Брось. Я тебя спасу! Я иду! Все, на этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Геймс. Всем пока! Пока!